По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в городской округ Щелково приехал министр ЖКХ Антон Велиховский. Совместно с временно исполняющим полномочия главы Андреем Булгаковым он отправился по наиболее проблемным точкам города. На повестке дня – решение острых для муниципалитета вопросов. Одним из таких является неудовлетворительная работа управляющих компаний. Налицо явные нарушения. Первое. График дезинфекции подъездов заполняется нерегулярно. А влажная уборка проводится в лучшем случае раз в месяц. Два раза в месяц нужно мыть подъезды. Один не реже, одного раз в месяц. Не спорьте. Два раза. Один раз в 14 дней, если по поставлению. А вот на контейнерной площадке около дома 16 по улице Неделина тоже проблемы с графиком. Но на этот раз вывоза отходов. Много вопросов вызывает и содержание самой площадки. Подбор мусора не осуществляется, территория выглядит очень запущенной. Содержание контейнерной площадки не имеет никакого отношения рекоператор. Его задача – бачки и вывоз. А состояние контейнерной площадки несет управляющая компания, которая обслуживает территорию. В неудовлетворительном состоянии оказался и внутридворовой проезд между домами 17 и 18 по улице Неделина. Андрей Булгаков поручил провести ямочный ремонт и укрепление ливнестока. Начать работу. Одна программа асфальт, другая программа, значит, укрепление, чтобы больше здесь не промывалось. Важно и первостепенно, отметил Андрей Булгаков, поменять управляющим компаниям округа подход к работе с населением. Организациям необходимо в первую очередь проводить ежемесячные встречи с председателями МКД для выявления недостатков в работе и четко информировать жителей о сроках устранения замечаний. Одна из не менее важных задач – выполнение указа президента России и поручения губернатора области по организации бесплатного горячего питания для школьников с 1 по 4 классы. Для этого в городском округе Щелково 18 из 26 школ включены в дорожную карту по созданию инфраструктуры и оснащению оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания. В этой связи следующим пунктом визита Антона Велиховского и Андрея Булгакова стала школа номер 4 имени Климука на улице Центральная. Здесь планируется ремонт системы вентиляции воздуха и вытяжки в горячем цеху пищеблока. Также будут приобретены плиты и дополнительное оборудование. Андрей Булгаков отметил, что все работы должны быть завершены к 20 августа. Особое внимание министр ЖКХ и руководитель муниципалитета уделили организации работы муниципального центра управления регионом. В данный момент идет оптимизация работы ЦУР. В ходе общения была проанализирована выгрузка вопросов по темам ЖКХ, благоустройства и другим направлениям. Теперь сотрудники центра специализируются по блокам, которые связаны с наибольшим числом обращений граждан. Андрей Булгаков поставил перед сотрудниками задачу сократить число повторных жалоб, а также повысить качество решения вопросов. Подход к решению проблем округа, подчеркнул в свою очередь Антон Велиховский, должен быть максимально эффективным и оперативным. Такой комплексный подход, основанный на пожеланиях, жалобах наших жителей. Поэтому я считаю, что это очень важная задача, как мы реагируем, как чуткая власть, на те пожелания, на те замечания жителей. Такая совместная работа проводится нами вместе с администрациями городских округов. И конкретно здесь, в Щелково, мы достаточно плотно сегодня поработали. Андрей Булгаков отметил, что подобные выезды для наведения порядка на территории городского округа будут проводиться регулярно. А все проблемные вопросы не останутся без внимания администрации муниципалитета. Лилия Тимиева, Александр Ожевский, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.